Более 700 творческих работ, и одной из лучших стала Омская область. Подведены итоги конкурса «Пионер 21 века». В номинации «Видеопрезентация» победу завоевали юные жители села Вставское Тарского района. Ребята заняли первое место в возрастной категории 13-14 лет. Их клип под названием «Мы пионеры» признан самым достойным среди всех претендентов. Напомним, конкурс стартовал 17 декабря. Акцию посвятили столетию Всесоюзной пионерской организации имени Ленина. Призовые места присуждались по итогам заседания экспертной комиссии. По словам членов жюри, определить победителей было сложно. Каждая работа свидетельствовала о том, что пионерская идея живет и процветает в сердцах юных россиян. Награды был достоин каждый. Именно поэтому все без исключения участники получили дипломы и памятные призы. Что касается отличившихся омичей, ребятами гордится все село. Друг друга поздравляют ребятишки. Ну и я поздравила ребят. Директор школы тоже очень рада, довольна, что ребята заняли вот первое место. 29 октября 2021 года ребят приняли в пионеры. У нас были пионеры до этого, но уже выросли и решили возобновить течение. Ребятишки сами попросили создать пионерский отряд, дружину. Они рвутся в бой, так скажем, в хороший бой. То есть что-то делать, что-то узнавать, интересоваться, играть вместе даже элементарно, вот там шашки, шахматы там поиграть, вот они прибегают, собираются все вместе. Ну и принцип, наверное, помоги старшему и младшему, я думаю, это для них самое главное, что помочь в чем-то кому-то, кто нуждается в них.